Вот эта часть алкогольной продукции, которая была изъята в ходе контрольных мероприятий в одном из магазинов города Альметьевска. В октябре этого года было выявлено два факта продажи алкоголя без лицензии. Из нелегального оборота изъяли 107 литров спиртного. Согласно федеральному закону от 22 ноября 1995 года, номер 171 ФЗ, розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания могут осуществлять только организации на основании соответствующих лицензий. Штраф за незаконную продажу алкоголя может достигать 200 тысяч рублей. При этом всю продукцию конфискуют. Не нужна лицензия только для продажи пива. Важно и то, что обязательно при покупке алкоголя должен выдаваться чек. Это означает, что продукция легальна. И каждый покупатель может проверить продавца прямо в магазине. Есть такое приложение, называется «Антиконтрафакт Алка». То есть наводится на федеральную специальную марку экран, она сканируется, и вам приходит тут же информация о том, легальная эта продукция или нет, в каком магазине она продана, реализована. С начала года в Альметьевске проведено 149 мероприятий по контролю в сфере оборота алкоголя. Из них совместно с сотрудниками полиции 57 проверок. Из нелегального оборота изъято более 1500 литров спиртного. Лиана Ахметвалеева, Семен Егоров, Гузель Габидуллина. Новости Юго-Востока.